Привет, зритель. Как вам я? Обзор волос, цвета волос и краски, которые я использовала. На самом деле у меня не осталось флакончика, коробочки и так далее, потому что это все уже закончилось и выкинулось. Но у меня есть чек из пятерки. Если у вас есть карта клиента, ну это пятерочная, типа там выручая карта, то вам эта краска обойдется за 110 рублей без копейки. Вообще 109 рублей 99 копеек. А так она что-то там 160-150, я что-то не помню. Я вчера в сети почитала, какую лучше краску использовать, чтобы немножко осветлиться. Это осветляет на 4 тона и называется она как бы Schwarzkopf Palette жемчужный блонд. И вот этот жемчужный блонд осветлит вас на 4 тона. Если верить легенде коробочки, информации на коробочке, то оно смывается через 6-8 раз. Не знаю, как у меня оно продержится, потому что я голову мою часто, или раз в день, или раз в 3 дня иногда бывает, или раз в 2 дня. Да, я вот немножко тут завелась, чуть-чуть эту прядочку завела. Потому что уже укладка как бы немножко примялась. Я до дома шла в шапке пешкодральчиком мимо своего бывшего дома. И красила меня моя подруга Женечка. Очень, слушайте, классно только то. Если вы вдруг местные угличанины, вам хочется, чтобы вас покрасили на дому и цивильно, и все ништяк, то обращайтесь. Дам ссылочку. Так, что у нас тут? Тут уже всякое сладкое. Сейчас я прокручуся. Я, кстати, сейчас пишу, ну, как понятно, что это вид сзади. Я сижу за столом компьютерным на вебку, на камеру, на которую обычно стримлю, потому что у меня как бы штатив сейчас не дома, поэтому никак на другую камеру. Может, конечно, ее можно как-то где-то присобачить и поставить, но вот мне удобнее сейчас на это. Я так давно на нее не писала, и надеюсь, все хорошо напишется. Сейчас другой стороной повернулся. В общем, в краске, в составе, там, ну, как обычно, перчатки, чтобы вы руки свои не пачкали. Потом сама краска, осветлитель или что-то в этом роде. Ну, две фигни, которые соединяются вместе, наносятся на голову. Сначала первые 5 минут немножко щиплет кожу. Держать надо 45 минут. Ну, и потом все ништяк будет. Ничего уже не щиплет, так просто согревающий какой-то эффект идет. Плюс и маска, там еще добавлено такой маленький такой пакетик. Ну, и я брала с собой бальзам от Green Mami мы для жирных волос и тонких. Ну и мы соединили маску, потом бальзам и вот волосы мягкие, нежные, пышные. В общем, волосы выглядят и чувствуют себя и на ощупь, и вообще, как если бы я не красилась. Так что краска очень классная и, в принципе, даже недорогая. Вот очень давно уже не красилась так вот. Ну, не хной там, конечно, было дело, но вот именно что краской какой-то. Я вообще как-то забыла, сколько это может стоить и как оно может выглядеть. Но очень классно, мне лично нравится. Так что принимаю от вас комплименты. Ну и, конечно же, спасибо моей подружке Жене. Ну и пока вам.